Весь мусор, собранный во время месячника по благоустройству, должен быть вывезен ко вторнику. Такой срок установил глава администрации Самары Олег Фурсов. Он поблагодарил неравнодушных жителей, принявших участие в субботниках, и дал оценку работе руководителей управляющих компаний и сотрудников департаментов. Главы все хорошо себя проявили, но на этом успокаиваться, конечно, нельзя. Город постоянно требует внимания. Население нам помогло, более 400 тысяч, 430 тысяч, да, вот уже можно цифру такую озвучить, вышло на уборку города. Это очень серьезная такая поддержка, значит, после зимы. Но в дальнейшем нужно город поддерживать в достойном состоянии. Поэтому не расслабляйтесь, продолжайте, значит, работать. К 1 мая месячник по благоустройству, который стартовал еще в середине марта, будет завершен. Впереди первомайское шествие, репетиция Парада Победы и, конечно, сам праздник. В администрации призвали глав департаментов особое внимание обратить на состояние примыкающих к площади Куйбышева дорог, дворов и улиц. Праздники обещают собрать колоссальное количество гостей. У нас заканчиваются мероприятия 1 мая, начинается мероприятие 9 мая. У нас большое количество мероприятий, начиная от стоя техники по сопряженным улицам. Поэтому большая просьба, вот именно те маршруты и те места накопления, скопления людей – перед парадами, перед проведением репетиций, еще раз отработать с районами. Впереди Самару ждет целая вереница праздничных событий. После грандиозных майских праздников в городе прозвучат последние звонки, пройдет День независимости России и выпускные. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.